Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City. У микрофона снова Андрей, и мы с вами продолжаем проходить игру Mafia 2 Definitive Edition на максимальном уровне сложности. В прошлой серии мы с вами попали на бутылочку. Слава богу, нас никто на нее не садил, в туз нас не гатили. Мы даже нашли крышу себе в виде деда. Надеюсь, что и дед нас тоже не будет. Но вы понимаете, что я имею в виду. Пообщаемся тут с нашей новой командой. Уинстон ставит 2-1 против Пеппи. Не будь Пеппи мне другом, я поддержал. О'Нил просто животное. Да, я этого О'Нила вообще уделаю, изи. Привет, как успехи? Я Витя. Да, я знаю. Я Эл. Рад знакомству. Хорошо, Эл. Эй, как дела? Как дела, Вито? Я Сэл. Отлично держался Эл, на Сэл. Ринге. Следующий Пэл. Хорошо дрался на ринге. Еще немного и будешь готов к настоящей схватке. Да я уже готов, чё? Ладно, пойдемте. Давай, покажи еще разок. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Вообще изи. Заяц, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Каких штучек? Какие у них штучки-то? Китайцы, шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. А что делать-то? Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Ладно, дед. Сейчас уработаем этого китайца. Эй, а китайское печенье из китаёза этого выпало? Ты большой, но ты не крут. Давайте, давайте, поразминаем шеи, похрустим. Сейчас уработаем этого бича в одних джинсах. Раз, два, три, четыре. Ай-я, плохо он учился. Забей его до смерти, быстрее забей его до смерти. Да сейчас забью, не переживайте, китайцы. Бей, бей его, вот так, бей его, бей. Его учитель будет не рад. Да, да, он все уже отдохнул. А почему он не бит стиль тигра? Стиль тигра не работает против Вита. Неделю спустя. Да, он так полку и не починил. Без руки, что ли? Пошли, там просто скалета. Подвинуть надо было. Опоздаешь, ну, поднять. Ну, вы поняли. Это вообще не проблема. Че он это не сделал? Из-за того, что у него личных вещей никаких нет. Следовать за охранником. Куда он нас ведет? Я его не знаю. Кто это там впереди? Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанту. А, это человек деда. Губу не раскатывай, скалета. Ладно, раскати пошли, уже. Вито. Пойдемте. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Ну, увидим. Дед уже нас ждет вместе с Пепе. Ну, дед, мы пришли. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет, нет. Нам бросили вызов черномазые. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Слушаю. Ну? Говори, дед, ты что, уже забыл, что хотел сказать? Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали. Я не понял. Подведи меня. Ну попробуем его потроллить, значит. Ну чё, уголёк, готов? Я отведу эту белоснежку в школу. Я его так отделаю, что родная мама не узнает. Ну что, твоя разве что? Твоя узнает всегда, знаешь. Давай, трус! А этот шарик даже ложки доворачивать умеет. Мы разрежемся, как девчонка. Белую соплю. Ну, Вито, да моя мамочка дерется вообще. Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Оп, это плохо уже, пропустили. Не будем больше его троллить.
будем просто бить. Дед какие-то советы дает, знаете, невменяемые. Если б я не слушал деда, мы б его уже завалили давно. Кто учил братана драться? Не бойся, Вито, ты его как раз уделал. Пошли. Ну что, вы крутым, да? Ну давай, давай, уголек. Да, молодец, братан, так и все. Опять решил потроллить его практикой деда, как дед нам сказал. А в итоге получается только одна чушь. Дед какие-то советы вот реально дает, маразматически. Деда не слушаем, запомнили. Короче, дед дает дерьмовые советы. Хватай его и... Отлично, теперь гаси его. Гашу! Загасил, получается. Молодец, малыш, молодец. Твоя доля, Вито, ты заработал. А зачем мне деньги или что ты там даешь? Синий идет. Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи с колета. Как он меня увидел там за шкафом? Все такие сразу типа что-то убирают там, что-то моют. Эй, Скалета, чего застрял? Да иду, иду я. Кто пришел? Джо? А, Франческо. Привет, Вита. Привет, малая. Ранни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вита. Серьезно? Здорово. Это плохо. То есть, ну, ну да, я ж говорю, что... То есть это плохо. Я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Ой, не начинай. Как ты дошел до такого? Все нормально. Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай, давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? А что с мамой? Что с ней? Она больна, Вита. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вито. Нет, нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вита. Да, жаль, конечно, что сеструха выходит замуж. Обидно. Но ничего не поделаешь. Пошли, Скалета. Сортиры сами не помоются. Простите, что? Какие сортиры? Ты знаешь вообще, на кого я работаю? Ты знаешь деда? Леню Галанте, слышал такого? Он, если узнает, что ты меня заставляешь сортиры мыть, он сам тебя... Из тебя сортиры сделает просто, ты понимаешь? Чё ты делаешь? Ты совершаешь ошибку, мент. Ну, я тебя запомнил. Давайте рассмотрим получше. Я запомнил эту рожу. Мы его еще найдем, выцепим. Мы его смыканем. Вывезем в лес, там уже с ним пообщаемся. Если, конечно, нас выпустят с тюрьмы. Ты у нас новая уборщица, да? Да, здравствуйте, устроился по объявлению. Да ладно, чё, хорошо пел. Ладно, какое тут унылое без. И поживее. Нам чё, вилку дадут? Вилкой придется сортиры мыть или что? Вымойте два грязных писсуара. Слышь, ты хоть бы вышел, я стесняюсь. Драй давай, живо. Не хочу. Что ты сделаешь? Заставишь меня, что ли? А вот не хочу. Что ты делать будешь? Ничего. Тебе я в карцере понравилось, что ли? Нет? Да ладно, убедительно. По поводу тогда карцера, лучше, ладно. Чтоб сверкало. Ну, в принципе, я думаю, это не зашквар, потому что никто из сидящих этого не видит. А ментам никто не поверит, поэтому не зашкварно, это нормально. Никто не смотрит, кроме него.
Никто об этом не узнает. И мы унесем эту тайну с собой в могилу. Довольно быстро очищаются. Слышь, ты что делаешь, блядь, я только помыл. Все, идем. Ну, а что ты стоишь-то? Я не могу двигаться, сойти с места не могу. Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. А, садисты, а какие вообще? Издеваются вообще, как могут просто. Ты б кнопку смыть нажал, вообще б никаких проблем не было. Ты в курсе, не? Там кнопка такая есть, оно водичка льется и смывает все. Кстати, где моя оплата почасовая? Я же новая уборщица, ты сам сказал. Устроился по объявлению. Ладно, к вам. Хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Эх, обидно. Ладно, Скалета. Когда мы только шли, там кто-то пел. А нам что, придется в тишине купаться или что? Так бы могли послушать завывания эти. Так, где тут вода льется свободная? Во. Без мыла, без ничего, просто под водой. А что там тереть-то? Хоть бы мыло дали. Жидкое. Необычное. А то обычное уронишь и все. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Че он ему по сосочку дубинкой гладит? Слышите, гаремные? Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему. Да идите, гатитесь в туз просто сами. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты. Ясно. Значит, по-плохому. Шоу начинает. Давай, давай, шоу начинается. Дьявол, а парень-то боец, а? Так сказать, зона-зона вместе с первыми петухами привела нас в душевую. Быстрее, Джо, времени мало. Вита реально тебе предложил выход из ситуации. Иди долби своих петухов. О, да ты тоже так умеешь? Контратаки делать, да? Давай, вали его. Так, минус жирнич, следующий. Так это какой-то боец прямо. Весь в татухах, на колочках. Идите обратно в гарем. Чё вы тут забыли-то? А дед нам защиту обещал. А где защита? Где наш телохранитель? Он нас лупит, этот... Извращенец, который обсыкал писсуары, когда мы его только помыли. Давай, парень, с песней. А, еще, в почте. Неудачный день, конечно, какой-то. Почитай. Вроде важное. Сортиры мыть пришлось. Без вилки. Натянуть хотели. Что случилось? Мама умерла, пока Франческо... Еще и мама умерла. И вместо врача, и свадьбы... Все мои сбережения ушли на похороны. Да, конечно. Мать-то жалко. Мать-то нам говорила, иди работай в порт. А мы все просрали. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Мистер Галанте нам защиту даже не предоставил. Мистер Галант. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? О, а чё с Пепе? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно. А чё мы? То есть тебя толпа отмудохала, а мы должны в одиночку идти этого унила? Если охрана вернется,
Я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Ну вы, ребята, вообще нелогичные. То есть его отмудохала целая толпа ирландцев. А мы должны 1x1 выходить против Унила. Эй, Унил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Да-да, давай, иди сюда. Иди сюда, Мэри. Еще сильнее. Умничка, Мэри. Мэри? Да меня бабуля колотила. Тебя бабуля колотила? Бывает, бывает, кстати. Не думаю. И я тоже так не думаю. Все, Унил, спекся? Не спасет. Это тебя охрана не спасет. Все, да? Ля, ты чё? Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, терминатор какой-то. Второй раунд. О, это мне понравится. Давай, слизняк, еще раз. В этот раз я тебя прикончу. Как девчонка. Нож положь, слышь? Выкинь. У нас честная драка. Ты чё? Выкинь нож. Это сцена, я ничего не делаю. Да в пах ему, в пах просто. Между ног. Во. Так бы сра... Заткни пасть. Я не это говорил. Вообще, на самом деле, если бы он ему горло перерезал, крови было бы в разы больше. Она даже не стекла. Все обошлось. Да? Никто не узнал, чья это работа. Ну, это хорошо. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Блять, все-таки нас дед готить в туз будет, а? С каждой минутой жизнь налаживалась. Я б не сказал бы. Что ты будешь делать? Хотя лучше дед, чем Пепе, конечно. Я не знаю. Одно скажу. Точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне. Альберто – большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй... Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи – человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. Консильери? А как ты на зону попал, консильери, слышь? Да, кстати, видел. Плохой, видать, из тебя консильери. Я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся... немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. А, нет, все-таки он долбит Пепе. Значит, за свою задницу можем не переживать. Это тоже радует. Еще и нас выпустят раньше, тоже отлично. Ну, если, конечно, дед не наврал. Глава 7. Памяти Франческо Потенца. Empire Bay, 10 апреля, 51 год. О, заводная музычка, уже лето настало. На зоне были? Да где мы только с вами не были. Ну что ж, идите к Джо. Посмотрим, как там Джо. Эй, Джо. Где наш диван? Где наша кухня? Окна, бабка за это все время успела уже позакрывать. Что ты делаешь?
Слышь? А, так это у тебя... Эй, смотри, где стоишь. Смотри, где ходишь. Это у тебя жена, этот, короче, бросила тебя и машину сама делать уехала. Нечего. Ну, мы еще помогли ей. Это было, кажется, в первой серии. Слышь, бомжара, а ну уйди. Катись отсюда. Да, видимо, мы абсолютно не в ее вкусе, ну, либо от Вита слишком голубятней пахнет. После отсидки, если понимаете, о чем я. Вита! О, стиль изменил, Джо. Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку. Квартирку? А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хм, хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. Дежавю. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Абсолютное дежавю. Какие планы, свободный человек? А ты как думал? Все то же самое. Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Ну пойдем. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. И за рулем. Вспоминай и привыкай. О, теперь сам предложил, кстати. И за решеткой ты водить не разучился. Да. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Вот именно. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Да, ладно, не сы. Ладно, ладно, я понял. Борчишь как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. О. Видишь? Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Кстати. Мне нравится. Неплохо выглядит, между прочим. Прикольно. Теперь у Джо машина лучше, чем у нас. Обидно. Я неплохо справлялся, пока тебя не было. Но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Да? Как твои успехи? Генок обиделся. Это же не разговоры были. Ну, в смысле, после того, как Клемент и на то, что нас не вытащили. Пытались нас кинуть. Я сошелся с семьей Фалькона и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. А вот откуда ты знал, когда я выйду? Как ты мог несколько недель думать, если мы вышли внезапно? А? Хоба, не состыковочка, как я понимаю, да? Так, магазин одежды бы зайти нам. Хотя, ладно, это позже сделаем. Да все нормально, машина даже не поцарапалась, все равно не наша. Я напоминаю. Жалко. Отлично, только свою машину. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо. Гараж тебе. Есть тоже. Большое хорошо. Спасибо. От да, души. И насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. А, вот, не зря, кстати, говорю. Я сегодня вышел. Классное место. Хорошо. Костюмчик тоже приобретем, обязательно. Ваша новая квартира на верхнем этаже. Ну, теперь своя хата есть, это уже солид. Подгонщика ну, Джо. Вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Бесплатное. Не-не. Уйди. Уйди. Я не хочу тебя видеть. Мне не нужна экскурсия по моей квартире. Я сам все разберусь, сам все найду. Уйди. Не лезь. Не лезь. Уйди отсюда. Черт, видимо, он не уйдет, да? Или ушел? Ха, бля, не успел. Ладно. О, кстати, у нас теперь наконец-то есть ванная своя. И зеркало тоже рабочее, правда, слегка высоковатое. Туалет тоже нормальный. Да я сам бы провел это, экскурсию, успокойся ты. О, это как ты надоел. Все, спасибо, иди уже отсюда. О, журнальчик, кстати.
Ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Все, давай, наконец-то уже. Вали отсюда. Мы сами посмотрим на нашу квартирку. Ванная, кстати, неплохая, довольно... Даже с батареей, между прочим. Обширное место, достаточно свободного. По сравнению с тем, как было у матери, и в сравнении с тем, как было у Джо, тесновато. Ну, даже несмотря на то, что у него было отдельно ванная, отдельно туалет, все-таки... Плита, конечно, загаженная, естественно, но это ладно, такое. Это все-таки, видимо, съемная хата, потому что платить по месяцам. Ну, в целом, как для съемной хаты, все неплохо. Пивка глотнем. Окна сразу пооткрываем, свежий воздух. Теперь-то лето, можно вообще не париться. Все, отлично. Сюда тоже. Кстати, оттуда мы вылезти не можем? Жалко. Вон, даже сушилка для одежды имеется. Я ее вообще первый раз в жизни вижу здесь. Никогда не рассматривал. Так, а костюмы. Что у нас есть? Куртка. Костюм и плащ. Повседневный костюм. А, вот, теперь одежда из дополнений появилась. Школьная форма. Ну, давайте модный приговор устроим. Посмотрим, как одежда из дополнений реализована в ремастере. Ну, неплохо, неплохо. Но мне в целом не нравится. Мы все-таки идем в серьезное заведение, как нам сказали, поэтому... Школьная форма нам не подходит. Красная куртка с рубашкой. Вот, это, кстати, неплохо. Неплохо, в стиле Джо. Он там в кожаночке. У нас тоже куртка такая. Нормально, кстати, думаю, может быть, так будем ходить. В оригинальной версии на конкретно этой одежде были какие-то проблемы с прической. Здесь я вижу, что все нормально. Эту проблему они решили. Так, что еще имеется у нас? Это мы посмотрели. А, и все? Значит, не все одежды из DLC добавили. Там еще была целая куча. Ну ладно. Может быть, позже тоже откроются. В процессе. Ну, пока так оставим. А, не успел выйти. Ну, выходи уже. Какое у нас вообще задание? А, переодеться в костюм. Ну, пойдемте. Надеюсь, он скоро появится. У меня сегодня масса предложений. Рынок переполнен. Ну, да, наверное. Тут битая плитка есть. Я никогда не заметил. Еще один журнал. Неплохо. Так, ну, хорошо, нам надо в магазин одежды найти приличное что-то. Поэтому сейчас найдем. А как вам данный автомобиль на роль нашего нового основного? Все-таки лето. Можно найти модель получше. Или все-таки возьмем такой же, как у... Как у Джо. Ну, пока оставим наш старый. Поехали посмотрим, что там по одежде имеется, по костюмчикам. Деньги на костюм у нас есть, между прочим. Так, и что? Здравствуйте. Так, костюмы все те же, только цвета другие. Ну вот, черный там имеется и белый какой-то. Но, знаете ли, платить... Чему-то не хочется. Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. Так, все на выход. Быстро все на выход. Выйдите все, и не будет никто страдать и умирать. Все на выход. Ладно, видимо, никто выходить не хочет. Уходи отсюда. Поэтому так разберемся. Кассу опустошаем. Одежду всю пособираем. Посмотрим, примерим. Все бесплатно. Черная рубашечка. Боже, классически выглядит, стильно.
Красная рубашечка тоже весьма недурно. Белая. Нормальненько. Все померяем, все соберем. Так, неплохо. Классика. Тоже нормально. Так, это какой-то бледно-фиолетовый костюм. Как-то не очень смотрится. Белый? Неплохо, кстати. И черный. Давайте черный. Мне нравится черный костюм. Классика всегда будет в моде, знаете ли. Вот. Гляньте какой. Во, ля какой. Он хорошо выглядит. Отправляйтесь к Джо. Так, ну отправимся к Джо, конечно же. Но это будет уже немножко позже, потому что время этой серии подошло к концу, а значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, и всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей мафиозной серии. Всем пока. Ну что вы делаете?